Новые портреты приморской столицы. Владивосток, предстающий на полотнах разный, но реальный и знакомый, с узнаваемыми маяками и пляжами, ностальгирующий старинными улочками и красующийся современными конструкциями мостов, солнечный и туманный, и почти всегда позитивный и радующий глаз. Мне кажется, это как выйти на улицу. Город-то каждый день один и тот же. И все равно он разный, потому что есть разное состояние, разные погодные условия, какие-то, в конце концов, разные точки зрения на один и тот же уголок. И вот в этом ощущении, что пишет художник? Он и пишет образ, он пишет состояние. Как раз и есть то, что каждый раз по-новому эту выставку отличает от предыдущей. Такой подарок в честь дня рождения города сделал Владивостоку Союз художников России. Большинство картин выставки написано приморскими художниками в этом году. Работы выполнены гуашью, маслом, акрилом и темперой. К слову, на выставке свои работы представило и молодое поколение. И город, он может быть другой, чем тот, который создавали художники в прошлом веке и художники более старших поколений. Анастасия – одна из представительниц молодого поколения. В экспозиции представлены две ее работы – «На зонтике» и «Корабли». Через них она передает самобытность Владивостока, свою любовь к его морскому характеру, природе Тихоокеанского побережья. Ну, «Корабли» интереснее, потому что я их несколько раз переписывала. То есть это был какой-то определенный этюд, и я его каждый раз вот просто по-свежему его, там постоянно состояние менялось, я его все время переделала. Вот. Но в итоге, в общем, решила остановиться вот на таком пасмурном июньском состоянии. Ну, в «Кораблях» точно можно узнать Владивосток, потому что там определенные вот эти вот наши краны, залив. Ну, мне она очень нравится, самой работа. Экспозиция, в которой представлено около сотни работ тех авторов, в чьем творчестве Владивосток оставил особый след, стала уже второй частью художественного проекта «Владивосток-158». Она сохранится и в каталоге, изданном при поддержке администрации города. Эта выставка – возможность для тех, кто влюблен в приморскую столицу, увидеть ее ранее незамеченные грани, детали и оттенки, заново познакомиться с городом в его новых портретах. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.